Отечественная легковушка попала в поле зрения дорожной полиции 29 января. Движение авто по ночным дорогам города показалось госавтоинспекторам подозрительным. Они решили остановить автомобиль. Но водитель на требования не реагировал, но уйти от преследования ему не удалось. Дуй, не дуешь, прибор реагировать должен. Пиликает прибор. Не дуешь. Дуй. Не дуете? Дуй. Не дуешь? Несмотря на то, что молодому водителю не с первого раза удалось пройти процедуру освидетельствования алкотестером, факт опьянения был подтвержден. Около 3 часов ночи напротив дома 12 по улице Парковой, город Нефтекамск, был остановлен автомобиль марки «Лада» 2114. При проверке документов от водителя 2003 года рождения исходил резкий запах алкоголя изо рта. Имелись признаки алкогольного опьянения, такие как невнятная речь, изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстоятельствам. Данному гражданину было предложено пройти освидетельствование на установление состояния опьянения, с чем он согласился. После освидетельствования показания прибора показали 0,71 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе абсолютного этилового спирта, после чего данный гражданин был направлен на медицинское освидетельствование на установление состояния опьянения в наркологический диспансер города Нефтекамск, где также было подтверждено состояние алкогольного опьянения. На молодого водителя составили административный протокол. Видимо, градусы спиртного подняли веру в себя, и парень не испугался сесть за руль в таком состоянии. Но утро эта самоуверенность испарилась вместе с парами алкоголя, и он пришел в ГАИ. Да, я принимаю свою вину, был неправ. Алкогольные напитки за рулем нельзя употреблять. Я понимал все последствия своего действия. Сейчас автомобиль находится на спецстоянке, а начинающего водителя ждет суд, на котором будет установлен срок лишения водительских прав. Также ему придется заплатить штраф. Марина Медвинская, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».